У нас на площадке сейчас под 33-м номером Томпкинс, под 22-м Рочести, номер 9 Параховский, 21-й номер Кинси и под 13-м номером действует Дмитрий Хвостов. Рочесть высокой траектории бросал Самарда, не пробил наше кольцо, а это уже Рочесть из дальней дистанции попадает Тейлор! 48-30! Сейчас мячом Раглан. Самуэль Самарда и вновь промах. Мяч оказался у Рочести. Быстрая атака и Тейлор забивает. 56. И в итоге сейчас преимущество нашей команды над соперником составляет уже 17 очков. Красивый разброс мяча по периметру. Находит нижегородцы. Одна важна разница. Может пригодиться в концовке топ-16. Рочести с дальней дистанции. Точен Тейлор! 79-56. Обязательно, ну как же, Володя, как же? Вдвоем его все-таки обхитрили турки. Один подкрался сзади и добавил мяч кольцо. Тейлор Рочести! Добро пожаловать на площадку! Феноменально. Мяч вошел в кольцо. Так, словно оно было шире его в два раза. Но наконец-то! Рочести! Маленькую полосу неудач прервал. И вот уже... Очень здорово наладил свою атаку Финер второй четверти. Рочести можно было бросать. А он решил еще чуть-чуть улучшить ситуацию. И правильно сделал! На каждый... Сегодня он не включает режим бога, как иногда случается с ним. Длинное нападение. Рочести сам под кольцо, забивает. Тейлор уже практически на последних секундах этого владения. Этой атаки 51-50. Voló la pelota para el saque inicial. Y el primer balón que es para el equipo visitante, para el conjunto ruso del Nizhny. Ahí tenemos Rochester con el primer triple. Madre mía. Pues esto es lo que tiene, ¿no? Que le das medio... Área. El balón para Rochester. Buena defensora sobre Rochester. Se agota la posesión, la bota Rochesty, lanzamiento de Rochesty. Oh. Bueno, es que no falla, ¿eh? Porque la defensa era buena. Davis Bertans con su actuación en el día de hoy. Antonov, donde tiene a Fernando Sanemeterio. Está negando el bloqueo ahí. Triple de Rochesty, triple de Rochesty. No me ha dejado terminar, es peligroso, ¿no? Mike James, no, Mike James continúa, el que está retirado es Fabián Caser, ha entrado Darius Adams. Vuela el triple de Rochesty. Madre mía, triple de Rochesty. Uno arriba para Nizhny. Balón por fuera para Parakovsky. Antonov. Taylor Rochesty. Balón para Rochesty. Triple de Rochesty. Completamente solo. Mala la defensa de Senghelia. No le entra nada a elaborar Kucha en el día de hoy. No, pero es que no han elaborado ningún tipo de jugada. Quema el balón en las manos de los jugadores de Laboral Kucha y Rochesty, bueno, pues haciendo la guerra por su cuenta. 5-6. Segundos, la sube Rochesty. La victoria no se le va a escapar a Laboral Kucha, que ha sufrido lo indecible en este partido. Rochesty, máximo anotador de la fase regular. Vaya triple de Rochesty. Vaya triple con el salto, una pierna de Rochesty. Последних в Европе, так что Шарич появится, безусловно, в Национальной баскетбольной ассоциации, но чуть позже и, наверное, уже с серьезным опытом. Вновь хорошо защищались, работа на щите, подбор и Рочести. Вновь активен там Параховский, выходил из-под заслона, но не получилось передать. Будет она только-только возрастать. Кстати, Томас Эртель, француз, у него тоже 14 подряд попаданий со штрафных. Поскромнее, чем у Рочести. Все штрафные реализовали. Понятно, что постоянно длиться это не может. К тому же тайм-аут должен, наверное, что-то поменять. Но постараться максимум из этого выжать. И продолжает это делать Тейлор Рочести. Как в среднем за игру. И к этой норме он уверенно идет и в сегодняшнем матче. Параховский вновь ставит заслон. Рочести им пользуется. И такой бросок мы уже сегодня видели. А здесь еще и пятки. И его бросок, ну, честно говоря, такой странным достаточно смотрелся со стороны. А вот Тейлор Рочести знает, как забивать.
при таком счете плюс 19 можно и благодушным быть вполне. Рочести буквально на исходе владения. Дважды навелся на заслон и затем в одно касание. Нандо Деколо. Прекрасную передачу на партнера. Каун благодарно шлепал Кауну в одном прыжке этот мяч добить. Томкин забрал подбор. Но ехать тут недалеко. Плюс фигура руководителя Нижнего Новгорода Сергей Панок. И тут же Деколо пошел в проход и вернулся с успехом. 55-53. Рочести. Волшебная левая. Так. Нижний еще побьется. Абсолютно. Я в этом уверен. Очень далеко за Пороховским Кайл Хайнц выходит в поле. Рочести против предзона. И пау! Свой под занавес этой встречи. В принципе, магистральное направление их мысли понятно. Соперник перегружен персональными замечаниями. Нужно брать инициативу на себя и прощать. Otras facetas, como es el rebote. Como Tompkins, como Parasiowski, etcétera, etcétera. Pues ahí tenemos la primera del hombre del que estamos hablando. Si antes lo decimos, la bota Tompkins, se la juega de tres Tompkins, toca en el hierro, rebote largo, de nuevo para Nidney. Como la estaba peleando Granger. Hay un hombre completamente solo. Rochester, triple de Rochester. Muy difícil. Hierro no quiere entrar. La pelota se la lleva finalmente el Nidney con Antonov. Rochester buscando el bloqueo de Antonov. Tiro de Rochester, no falla una, ¿eh? No falla una Rochester, madre mía. Es impresionante. Cleveland y también estuvo cinco partiditos aquí en Unicaja de Málaga. Balón para Taylor Rochester. Se levanta de tres, Taylor Rochester, triple de Taylor Rochester. Provocando las pérdidas. Con ese 2-1 constante, ¿eh? Taylor Rochester está viendo de todo entre Caleb Green y Antonov. Es de tres. ¿Cómo lo hace Rochester? Con Fran Vázquez. Balón para Rochester. Delante tiene a Markovic. Rochester hasta la cocina. Rochester, qué bien hace esto Rochester. En cuanto a exterior. Fíjate, Amaya, todo lo que hemos criticado y además es así, los porcentajes, malos porcentajes de tiro que está teniendo en el top 16 Unicaja de Málaga, todo lo con... bordeando, bueno, jugando con la paciencia del colegiado. Jugando con la técnica, John Plaza. Pelo Rochester, es de 3, 3 de... Tremendo, el clip. Vale. Balón para Kostov. Problemas en el saque de banda para Costor, Rochester, triple de Rochester, ding-dong para Rochester. Тоже имеет стабильный бросок. Антонов, Пороховский через двух больших выводит этот мяч. Сейчас играл за получение очень хорошо. Рочестер первая попытка и три из трех дальние броски. Да. Респанулиса. Заслон. Рочестер. Да, ну, один в один разобрался и забил с фолом Тейлор Рочестер. Интересно, нет, просто ставить заслон. Рочестер, ну, здорово, Рочестер, да. Это... Рочестер. Тоже еще не включал пока дальнюю такую артиллерию. Вот включил. По вашему заказу, Сергей Николаевич, почаще заказывайте. Я с удовольствием смотрю, когда забивает. Дарден не может. А нет, сопротивляется еще. Росси атакует. Рочести издали. Да, начинает. Да. Взял бразды правления в свои руки. Кинси. Атакует. Рочести. Три очка. Тейлор Рочести. Они все свои... на персональные замечания для того, чтобы команда не имела возможности атаковать с линии штрафных. Ну, забил, да. Рочестер в проходе. Выходит вперед. Ну и тут такое подобие сдерживающего прессинга. Итальянцы предлагают. Рочестер помогает ему заслоном. Пороховский высоко на периметре. И снайперскую норму выполнил и уже уверенно перевыполняет ее по ходу этой встречи. А ведь сыграно пока только 15 минут, даже и 15 еще не сыграно. Рочести попадает со средней, двигая соперника локотком. Все понятно, но похитрее нужно играть. Может быть, получение. Ух ты, Рочести, каков красавец! Забивает трюлик, да еще с фолом.
углядели судьи, да и была она, честно говоря. Если так они еще и будут обращать внимание на его эволюции в трехсекундной зоне, то и тут пару потерь будет. Все получается, но именно Брукс, лидер этой команды, 11,5 очков, средняя результативность. Броском у него никаких проблем нет, все хорошо. Рочести! Ну и Тейлор. Физически, как уже во втором раз в этом матче мы видели. Сначала с минус 11 до 3 сократили свое отставание нижегородцы, последовал провал. Сейчас добрались до 4. И это Рочести, Бабурин, внутрь. Рочести. 2 сумел создать это 9-очковое преимущество, над преодолением которого нижегородцы безуспешно работали. Entrenador letón del equipo ruso, Enas Bagatskis, decía, bueno, pues evidentemente ellos no tienen una plantilla de 10 grandes jugadores, sino que hay una clara diferencia entre primera y segunda unidad. En cuanto... Ahí está jugando Rostov para Ivliev, el balón para Rochesti, triple de Rochesti. Sí, sí. Tirar triples. Sí, sí. Bueno, jugando Rochesti, que ha vuelto a la pista. Thompkins, otra vez Rochesti. Va a penetrar. Gran canasta de Rochesti, sí. Ahí elevando. Se niega ahí a abandonar, a dejarse llevar el conjunto ruso. A punto de recuperar. En efecto, lo hace Hostov. Rochesti está pisando la canasta de Rochesti. Pues Hostov. Bueno, allá Rochesti. Bueno, perseguido ahora por Махмутоглу, que no había salido. Bueno, vaya canasta de Rochesti. В единой лиге ВТБ 8 числа с Астаной, по-моему, он играл. Да, играл 32 минуты. Провел на площадке. Остается на площадке. Конечно, вот позиция центрового с этой точки зрения самая непростая. Тяжелый мяч забил Рочести. Адамс по-прежнему. Адамс просто главный герой, можно сказать. Всю четверть открыл без замен, снова на площадке. Ну и у игроков Лабораль Куча тоже можно увидеть порой такие признаки неуверенности. Рочести остановился и бьет с двух ног и попадает. Сочно. Антонов забрал подбор. Рочести с мячом. И Рочести забивает. Снова равный счет. Иди сходить вперед нижнему. Бабурин, Рочести. Ну, Тейлор бомбочку подвешивает. 2 очка. Минус 1 для нижнего. Юмушак başladı матча. Нормально. Первый период genellikle böyle geçiriyor da. Тейлор Рочести. Şimdi Lazme ile kaldı. Rochesti 3 sayılık atışı isabetli. 3-3 devam ediyorlar. Barakuski de 3 faulle oynuyor şu anda. Tyler Rochesti. Çembere gitti Rochesti. Turnike'yi bıraktı. Art Barakuski. Tyler Rochesti açtık resmen ortayı. Buyur gel turnike at dedik. Bu biliyorsun bizim takımın ilk dış opsiyonlarının başında geliyor. Taylor Rochesti. 3 sayılık basket Rochesti'den. Sayesinde. Antrenmanlar biraz uzun geçiyor. Evet, o antrenmanlar sayesinde bu adaptasyon kolay olur. Taylor Rochesti çembere gitti. 2 sayı geldi Rochesti'den. Değişerek savundu. Art Parakuski, Stratos Berberoğlu var. Yardım geldi. Golovin ekstra pası yaptı. Taylor Rochesti bomboş. Yani hiç gerek olmayan bir pozisyon. Evet, Kuksik'si. Латышский легионер в составе Нижнего Новгорода не с начала сезона, но уже шел этап топ-16, когда он был приобретен. Слишком долг Микель на Томпкинса и успевает, теперь должен успевать Теодосич. Очень сложный и очень красивый мяч забивает Тейлор Рочести. Помог ему. Вот, гораздо лучше помогает заслонами своим снайпером Каун, чем Хайнц. Хотя, казалось бы, должно наоборот быть. Мяч засчитывается, и Рочести еще будет бросать. Бонус, мученный бросок, плохо подготовленный.
и даже как следует использовать свое преимущество в росте. Над Рочести Фридзон не сумел. А вот здесь уже плюстинг заканчивается. И опять Рочести обыгрывает. И Антонов обыграл. Передача хорошая. Очень хорошо разыграли. Ни один игрок не помог. Куксикс помог Антонов. И опять Куксикс. Коробков на время. Не Куксикс, это Рочести. Два очка считает. Фридзон пропустил быка. Он отдал результативную передачу. А так он совершил потерю. Рочести против Джексона. Пока он помогает, Рочести бить будет. Отлично порвал дистанцию. Следовал. Рочести, Кузьминскас против него. Ну, для Рочести это не самый приятный опекун. Кузьминскас достаточно высок, но он вот он отвлекся на секунду. Вот посмотрите, пошел с дриблингом, как только его встретил Хвостов, оторвавшийся от Уилла Томаса моментально. Васкис отдает передачу. Рочести издали. Ну, такое ощущение, что это приносит Уникахи. Микель. Рочести. Мяч падает в кольцо. Ну и здорово, на этот раз отбились. Бароне, ну, правда, такая слишком уж лихая атака была у Никахи. И засчитывают судьи два очка.